Зачем мы сюда пришли? Говорят, в последнее время на этом кладбище происходит что-то странное. Вот! Откуда этот дым? Это просто туман, Китти! Ага! А если это вампиры? Китти, вампиров не существует! Вампир! Китти, да какой вампир? Это обычная девочка! Привет, я Зак! Не лезь! Она тебя сожрет! Бежи! Китти! До встречи в школе! Я вам говорю, там была настоящая вампирша! Прям настоящая! А на кого она больше была похожа? На вампировый сумерек? Из дневников вампира? Или на Дракулу? И такие стрёмные вампиры бывают? Он не стрёмный! Ты ничего не понимаешь! Просто я так люблю! Ё-моё, день только начался, а у вас уже разборки! Это всё Китти! А чё сразу я? Это вы тупые не верите! Лучше скажите, вы видели новенькую? Новенькую? Ясно. Видимо, еще не дошла. Ева! Ева! Звали мисс Синди. Фух, испугала. Ты чего так пугаешь? Простите, я всегда очень тихо хожу. Это она, та вампирша. Китти, успокойся уже. Так, вы чего тут все стали? Быстро на урок! Давайте. Прости, Ева, я случайно. Да ничего страшного. Идем уже. Сука, ты видел, Ева? Ты хочешь, чтобы нас училка наказала? Идем в класс. Ева, а ты чего тут стоишь? Да, хотела с вами поговорить без лишних ушей. Конечно, о чем? Орешь. Ева, мне зубы вампирские. 30% людей есть клыки, и что? Да? Так среди нас так много вампиров? Все готовы к уроку? Тебе какое дело? Ты ж не училка. Вообще-то училка. Мисс Синди стало плохо, и я ее заменяю. Че за бред? Ты думаешь, мы поверим в эту чушь? О, а я смотрю, вы уже в курсе, да, что Ева ваш новый учитель? Да, директор Таллер, я это уже сказала ребятам. Супер, смотрите, не балуйтесь, Медуза. Она сожрала училку и заняла ее место. Так ты не врала? Нет, не врала. А в наказании за то, что вы мне не поверили, будете писать тест. Какого черта? Их же тут не было. Смотреть лучше надо. Время пошло. Капец, я вообще не готова. Как хорошо, что у меня всегда есть с собой шпора. Списываешь? Нет. Еще раз вижу. Вылетишь, у меня есть класса. Ух, надеюсь, меня она не спалит. Я не ясно сказала! Да как ты так быстро здесь оказалась? Я еще раз спрашиваю, я не ясно сказала? Ясно, яснее ясного. Вау, у нее прям вампирская скорость! Ариэль, не гони! Ариэль права, как по-твоему Ева так быстро оказывается рядом с ребятами? Ева, мисс Ева усекла! Кажется, у нее и правда суперскорость. Я знаю, что делать. Вампиров не видно на фотках. Она вампир! Нет, вы издеваетесь! Все вы! Ну, кроме Арии. Надо срочно что-то делать с этой Евой. Чего тебе? А ты в школу идешь? Класска тоже! А пойдем вместе! Это так круто! Я люблю ходить в тишине. Да?
Я тоже. Я вообще ненавижу людей, которые много болтают. Кринж. А почему это под зонтом? Это же вампиры боятся солнечного света, да? Ой, прости. Я, наверное, слишком громко это сказала. Никто же не должен знать, да? Слушай, а ты не хочешь другой дорогой в школу пойти, а? Зачем? Я с тобой буду следить, чтобы никто не задалбывал тебя разговорами. Единственное, кто меня сейчас задалбывает, так это ты! Прости, я больше не буду. Ай, похож на вампира! Чего, блин? Это я в магазине прикола взяла, круто, да? Хочешь увидеть вампирские зубы? Ну так смотри. Настоящие клыки и кровавый сок! Обалдеть! Томатный сок. Хоть теперь спокойно до школы дойду. Пожарная сигнализация готова? Ага. Эй, не спать! Нам нельзя пропустить Еву. Разбудишь, как она придет. Чего прикалываешься? Ну что, мы всю ночь для нее подставы готовили. Я не выспался. О, вот она. Ну что, погнали. А это что за фигня? Вампир! Надо убедиться. Точно вампир! Мы ее победили! Отлично сработано! Вот вы где! Мы же в школьном кафе договаривались встретиться! Нас директор отправил на урок. Неважно, лучше расскажите, как все прошло с Евой. Она так и чистока кончилась, это жесть! А святая вода во мне контрольный! Говорите, это про Еву? Ну что, Зак, убедился, что Ева вампир? Еще бы! Алло! Что вы сделали с Евой? Успокойся, психованная! Твоя Ева больше не придет к нам! Что, вампирша не может нам добраться? Ну что, весело вам было, а? Готовы теперь к мести? Еще как готовы! Ребята, забрасывайте ее! Бессмертный стон! Защитный знак от вампиров! Теперь вечно будешь тут сидеть! Че уселась? Идем! Только знаю, рано или поздно я отсюда встану и вам всем скажу! Я пришла извиниться за ребят и за себя. Я не участвовала в издевательствах, но не защищала тебя. Прости. Да что ты могла одна сделать против этой бешеной четверки? Ну, хотя бы прийти пораньше. Ты что делаешь? Выпускаю тебя. Ты не боишься, что я тебя съем? Ну, я же все-таки вампир. Даже если ты так сделаешь, то я это заслужила. Ну все, ты свободна.
Да не буду я тебя есть. Я сегодня добрая. Какая же она крутая! Прям как вампир из Сумерек! Как же я задолбалась! Ой-ой-ой-ой, как страшно! Эй, ты что, не испугалась? Отвали, мелкая, я устала. А что ты так долго? Я 4 часа под этим креслом сидела! С удовольствием пришла бы раньше, только не могла встать со стула. В смысле? Стоп! Тебе что, школьники защиту от вампиров нарисовали? Да. Ну ты и лохушка! И чесноком кидали! Да. Поржать! Да чего ты их просто не загипнотизировала? Забыла, что это разрешили применять только в смертельно опасных случаях. Это был смертельно опасный случай для твоей репутации. Теперь ты самая главная лохушка среди вампиров. Да твори уже! Они даже тебе Библию подкинули. Ну ты, конечно, отстой. Со мной бы у них точно так не получилось. Точно. А это идея. Ты чего так на меня смотришь? Китти, мне страшно. Да успокойся ты, Элис. Ну, что нам может сделать малышка? Да она ж вампир. У нас даже чеснока с собой нет. Ты не трясись ты так. Привет. Вы мои новые няньки? Ага. А знаете, где мои прошлые няньки? Я их съела! От меня не сбежать! Слушай, малышка, нам не нужны проблемы. Давай лучше поиграем в прятки, например. Мне тоже проблемы не нужны. Мне нужен обед! Против обнимашек, да? Да ладно, обнимай. А тусы, правда, ничего. Вовремя мы с ней помирились. А Элис и Китти лохушки. Ни о чем. Говорим, какая крутая у тебя тусовка. О, у меня даже подарок есть. Что это? Вкуснятина, попробуй. Это кровавый сок! Совсем придурок! А что не так? Ты ж вампир. Вы постоянно пьете или едите. Как это правильно сказать? Идиот! Я его уже 50 лет не употребляю! Ну вообще-то, дело пьет витамины, заменитель кровавого сока. Прости, я не знал. Не знал он. Нейт никогда умом не блистал. Давайте лучше селфи сделаем. Придурок! Я на фотографиях не отображаюсь. Да ладно, ты просто в темноте. Нужно больше света. Ева, ты чего? У тебя крыша поехала? Вампиры не выносят солнечный свет. Ты совсем оборзели? Прости нас! Пошли вон отсюда! Вон, я сказала! Этот образ точно понравится Еве! Вампиры же любят летучих мышей! Мы с Евой точно подружимся! Потому что я человек, летучая мышь! А может,
встречи с предателями. А я тут при чем? А кто выпустил Еву с ее ловушки в классе? Только не говори, что это не ты. Мы все знаем. Ну я и что? Ева все равно рано или поздно выбралась бы. Она не желает вам зла. Она вампирша. И что? Если бы вы ее не трогали, она бы вас не трогала тоже. Вампиры – монстры, и их нужно истребить. Нет, я вам не позволю. Да что ты. Посмотрим, как ты сможешь это сделать из подвала. Ариэль закрыли, и что дальше? Идем. И напиши парням, что нам понадобится их помощь. Ага. А куда идем? Уничтожать вампиров. Да кто там тарабанит? Попалась! Вы чё приперлись? Хана тебе, вампирша! Совсем чокнулись? Мы не позволим вампирам забрать наш город! Так, давайте успокоимся. Никто не собирается забирать ваш город. Так мы поверили! Испугалась, да? Спускайся, трусиха! Мы все равно тебя достанем! Так, девочки, кажется, вы пересмотрели фильмы про охотниц на вампиров. Я вам не враг! Зато мы тебе враги! И мы тебя уничтожим! Прекратите! Или мне придется вас остановить! Поверьте, вы этого не хотите! Хана вампиру! Ладно, сами напросились. Бросьте колье. А теперь внимательно слушайте меня. Внимательно слушаем. Девчонки, я говорила, перестаньте. Ева, ты в порядке? Ты цела? Да со мной все хорошо. Но ребята сказали, что девочки хотели на тебя напасть. Так они и напали. А что ты с ними сделала? Ты их загипнотизировала? Да. Но это же запрещено. Знаю, но что мне было с ними делать? Укусить? Нет, но это тоже неправильно. Вы успели? А с ними что? Обезвредила. Хотите, и вас такими же сделаю? Нет! Ева, спокойнее, парни не хотят тебе навредить. Я уж надеюсь. А они навсегда теперь такими останутся? Ева, сними внушение. Чтобы они опять за мной с кольями бегали? Ева! Станьте обратно людьми. Ты что сделала? Ты вампирша! Знаю. Он вообще-то тоже вампир. Чего? Вампиры захватили школу! Что вы сделали с мисс Синди? Они ее съели! Нормально все со мной! Просто хотела немножко отдохнуть, вот и попросила Еву меня заменить. Все учителя вампиры! Да, ну вы натворили. Что я? Это все Ева. Ой, конечно, спихивайте всю вину на меня. Ладно, что будем делать? Они же всем расскажут про нас. Остается только один выход. Не бойтесь, будет не больно. Что вы задумали? И не забудьте написать главные опасности для вампиров. Вам теперь это нужно. А ну не шипеть на учителя. Ну что, охотники, каково это быть вампиром? Я вам это еще припомню. Да? Это я вам припомню, как вы надо мной издевались. Чесночный пыль! Нет, только не это! Вампиры же не выносят чеснок! Ага, помните, как издевались надо мной? Теперь почувствуйте на себе. Готовы? Продолжаем!
будете знать, как меня обижать. А тебе не кажется, что кого-то не хватает? Да вроде все. Где Рей? Да фиг ее знает. У меня от этих солнечных зайчиков вся кожа в красных пятнах. Не у тебя одного. Не дергайся. За что они обратили нас вампиров? Я не хотел. Да ладно. Кто здесь? Я страх. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Я Бэтмен. Ариэль! Ты чокнулась? Я Бэтмен! Вы не слышали? Я вам отомщу! Вау! Человек! Летучая мышь! Ну все, пропала наша Ариэль. Опа, а что вы тут делаете? Ого, какая большая летучая мышь! Будешь со мной дружить? Нет! Я теперь враг вампиров! А я сказала, ты будешь со мной дружить! Подружка! Наконец-то мы можем побыть наедине. Самому не верится. Это ужас! Самый лучший день в моей жизни! Ну вот, Ева, а ничего то, что мы заняты? Вообще пофиг! У меня такие проблемы! Фу, блин, кровавый сок! Короче, меня хотят забрать в детский дом! Да хватит выдумывать! Вы каждую неделю хотят забрать в детдом! Не-не-не! На этот раз правда! Все узнали, что живу с тетей, а не с родителями! Да-да, конечно, верим. Какие вы бесчувственные! Ариэль, доченька моя! Зачем же ты сбежала? Если вы против Дилана, тогда мы сбежим с ним на острова. И мы с ним будем жить долго и счастливо. Только попробуй. Не попробую, а сделаю. Прощайте. Как же мне не хватает дочки. Ой, прости, ты же Ева, да? Эй, ты чего плачешь? Меня хотят забрать в детский дом, потому что я живу не с мамой, а с тетей. Ой, а мне как раз не хватает дочки. Давай я тебя удочерю. Правда? Ну да. Крис, сколько раз я тебя просила заходить в комнату нормально, без всяких твоих вампирских штучек. Ну, прости! Ну, в образе летучих мышей намного быстрее. А дело очень срочное. Короче, Ева... Стоп! Я знаю, что твои родители ее удочерили, а ты хотел ее выгнать. Да! Она завоняла весь дом вербеной и выбросила Томаса. И что? Мы и так не поверили ей про детдом! А теперь ты ее выгоняешь! Ева, моя подруга! Ну, успокойся, хорошо? Я не хочу с ней ссориться. Но Ева должна понимать, что можно делать в вампирском доме, а что нет. Ладно, я попытаюсь поговорить с Евой. Не радуйся! Я все равно на ее стороне. Ты чего остановился? Идем. Стой! Тут что-то не так. Тебе лучше уйти. А Ева? Ну, потом поговоришь с Евой. Иди. Ну, Кайси, это не шутки. Уходи, пожалуйста. Ну, ладно, потом позвонишь. Тайлер. Ну, привет, братец. Капец, занесло же меня в вампирскую семейку. Ты тоже, Ева, себя неправильно ведешь.
Они тебя все-таки приютили, а ты начинаешь их в дом переделывать. Эй, ты вообще на чьей стороне? На твоей. Ай! Нужна помощь. Ты кто? Ты как тут появился? Всего лишь хочу помочь. Вот и все. Вау! Что это за странный парень? Уж очень похож на вампира. Все может быть. Кстати, я слышала, что приехал брат Криса, но я его еще не видела. Офигеть! У Криса есть брат, а он мне об этом не сказал? Спасибо. Еще увидимся. Осторожней! Простите. Кэсси. Ну да, я Кэсси. Ну, мы, наверное, пойдем? Крис, приходи! Тайлер твой брат! Его надо отправить назад! Он опасен! Да с чего ты взял? Вы забыли, что он творил? У нас из-за него могут быть проблемы! Тайлер исправился! Лучше бы ты порадовался за брата, что он вернулся в семью! На, вон лучше поешь! Я не голоден! Я вижу, у вас, как всегда, теплая семейная атмосфера. Ну, что затихли-то? И что, свеженькая? Дочка, ты вернулась! Наша малышка! Ты же говорила, что останешься с Дионом навсегда и никогда больше не вернешься! Да мы расстались, не сошлись характерами. А ты что там сидишь? Не рад мне, братишка? Рад. Просто я знал, что именно так все закончится. Ты и отношения — это несовместимое. Хорошего ты обо мне мнения. Надеюсь, ты расстался со своей Кэсси. Не дождешься! И к тому же, теперь ее подруга Ева живет у нас. Что? Ну, об этом тебе уже расскажут родители. И про Тайлера тоже. Ну и? Шуруешь что в моих вещах? Отвали! Нашел. Может, расскажешь, кто это? Как будто ты сам не знаешь, кто это. Это Кэсси, вампирша, с которой мы оба встречались 100 лет назад. Да, только она убрала меня. Может, объяснишь, почему твоя нынешняя девушка выглядит так же и зовут ее тоже Кэсси, а? Это просто совпадение. Совпадение? Это отличный способ отомстить тебе. Ты что, уже задумал? Ты у меня увел ту Кэсси, а я уведу эту. А если не получится, я ее съем. Она же человек, не вампир, да? Только попробуй ее хоть пальцем тронуть. А я и попробую. Не смей больше никогда общаться с Тайлером, поняла? Да поняла я. Чего ты так нервничаешь? Я с ним виделась только один раз. Ну, Тайлер очень опасный и хитрый. Ладно, идем. Стой. Надень вот это. Никогда. Слышишь, никогда его не снимай. Ладно. Ева пишет, чтобы я срочно шла в кафе. Опять это Ева. Ты со мной? Нет, спасибо, мне ее и дома хватает. Ну ладно, я тогда тебе потом напишу. Где Ева? Она написала скорее бежать, а самой нет. А ты что тут делаешь? Привет, Кэсси. Я пришел поговорить с тобой. Не лезь ко мне и вообще свали отсюда. Я жду подругу. Как грубо. Мы ведь даже не познакомились. Я знаю, кто ты. Не лезь ко мне. Мне кажется, я тебе понравилась. Что за бред? Нет. А я знаю про тебя все. И сейчас ты хочешь меня поцеловать. Ты что, совсем уже? Почему не сработало? Что ты сделала? Кулон! Уцепись уже! Пока я Крису все не рассказала! Ты прикинь, он меня поцеловал! Ой, мне кажется, ты преувеличиваешь. И так понятно, что Тайлеру нравлюсь я. Ой, ну ты как всегда. А что, у тебя есть парень-вампир, а мне что, нельзя? Смотри, неужели Китти пропала? А, Зак, что случилось? Китти, моя Китти пропала!
Как же? Я только вчера ее видела. Она исчезла. Шла из школы домой и просто пропала. Свидетелей нет, улик тоже. Капец. Ладно, пойду дальше расклеивать объявления. Может, хоть кто-то что-то видел. Кажется, я поняла. Это Тайлер. Крис говорил, что он опасен. А мне кажется, что это Ариэль. Она злая стерва. Стоп, что? Ариэль вернулась? Да. Я надеюсь, Крис начнет мне что-то рассказывать уже. Фу, что за фигня? Салат с чесноком? Ты какого фига чесноком кидаешься? Да потому что кто-то его жрет в нашем доме! Ева! Как она меня задолбала! О, вы здесь? Ой, а где мой салатик? Я его не доела. Сколько раз тебе говорить, не есть чеснок в нашем доме! А что я сделаю, если это моя любимая еда? Ах ты, курица! Может, просто съесть тебя? Ариэль! Сейчас ты получишь. Ева, оставь нас. У нас семейный разговор. А я что, не семья? Ева! Потом разберемся. Сейчас нужно поговорить с Ариэль. Ну чего я опять? Ева тут все чесноком завоняла. А виновата я? Ты лучше объясни, что это? Ну девка пропала какая-то. Я тут при чем? Только не включай дурочку. Это ты ее съела? Чего? Вы серьезно думаете, что это Ариэль? А как насчет Тайлера? Тайлер исправился! Ну, конечно! А я позор семьи! Ариэль! Отстаньте от Ариэль! Так, я тут подумала, давай я тебе помогу. Давай, а то я уже немного устал. Почему? Что случилось? Они меня ненавидят! Я лучше на мусорке буду жить! Так, не переживай, я сейчас приду и со всем разберусь. Давай. Зак, прости, дела. Мы снова встретились? Не лезь к ней, я тебе говорю! Ты чего такой нервный? Мы с ней просто общались. Я тебе сказал, не трогай ее! Кэсси, моя девушка! Она с тобой только потому, что плохо знает меня. Может, уже хватит? Я вообще-то здесь! Крис, что за фигня? Повторение истории с Диланом? Тайлер намного опаснее Дилана. Вместо того, чтобы ссориться с братом, лучше бы перестал доставать Еву. Твоя Ева портит мне жизнь. Лучше бы ей правду в детдом отдали. Ах, вот как ты относишься к моим друзьям! Если ты против Евы, значит, ты против меня. Кэсси! А я смотрю, у вас прям идеальные отношения. Мы с Кэсси завтра же помиримся, а тебе ничего не светит. Ну-ну. Может, хватит волосы поправлять? Чего тебе? Да так. Человеческая еда, конечно, так себе, но это яблоко очень даже ничего. Ближе к делу. Зря ты так готовишься. Все равно на этой вечеринке Кэсси даже не обратит на тебя внимания. Она будет занята мной. Как ты меня достал! Разошлись! Не лезь, Ариэль! Это наши разборки! Хватит цепляться к Тайлеру! Вот-вот, послушай сестренку, она явно умнее тебя. Нафига защищаешь Тайлера? Из него люди пропадают, а подозревают тебя. Да мне пофиг, кто там что думает. Мы семья, я не дам вам подраться за какой-то девки. Да иди ты. Придурок! Тайлер, а я тебя жду. Кулон принесла? Нет. Тупица, мне нужен этот кулон. Почему ты сам не можешь у Кэсси его взять? Ну, ты же такой сильный, просто можешь его сорвать. Я не могу, в нем вербена, и он обжигает мне руки. А пока кулон на Кэсси, я не могу ее загипнотизировать. Ты хочешь загипнотизировать мою подругу? Стоять! Ты забудешь все, что только что услышала. Ну так что, идем на вечеринку? Никуда я с тобой не пойду, ты не достала кулон. Ну, почему ты себя так ведешь?
Я же так мила с тобой, а это просто глупый клон. Нет, единственная глупая вещь – это ты, поверхностная и бесполезная. Дурацкие школьники! А вот и я! Ну что, заждались? Ага, 50 лет тебя не видел. Чтоб столько же тебя не видать. Да ладно тебе, братишка, расслабься. Вы что, решили с собой на вечеринку закуску принести? Да нет, просто Крис парится, что город начнет что-то подозревать. И поэтому приглашает людей на все наши тусовки. Ясненько. Всем приветик! Кэсси, когда они успели помириться? Спустя полчаса после начала ссоры. А где Ева? Она передо мной шла? Она рыдает в школьном туалете. Что? Крис? Я ничего не делал. Не отмазывайся! Ты опять со своей сестренкой Еву обидел! Кэсси, успокойся! Что случилось? Уборщица пропала! Ее кто-то похитил, так же, как и Китти! Это был не я, я все время был с Крисом. Да, он никуда не уходил. Ну, наконец-то нашла нормальный коктейль. Это Рей сделала! Мой коктейль! Довелила! Ты воруешь людей! Ну все, тебе конец! Нет! Не трогай ее! Крис, уйди! После того, как Ева появилась в нашем доме, мы вечно ссоримся! Крис, сделай что-нибудь! Поверь! Успокойся! Меня это все достало! Тайлер! Это моя подруга! Ева, ты как? Это было страшно. Пойдем выпьем воды. Что это было? Не знаю. И нам опять придется стирать память человеку. Можно потише? А может расскажешь, что это было? Ты о вечеринке. Да так, меня просто задолбали эти вечные разборки из-за Евы. И я хотел избавиться от нее. Я не об этом, придурок! Ага, снова будем драться? Давай. Ну, для начала ты во всем сознаешься. Ты влюбился в Кэсси, да? Я просто хочу увести ее, чтобы отомстить тебе. Не неси бред. Ты никогда не отступаешь. Кэсси попросила не трогать Еву, и ты отступил. Мне просто стало лень. Не ври. Да, ладно, окей. Я влюбился в Кэсси, и она будет моей, ясно? Ты не посмеешь. Мы с Кэсси любим друг друга. Она моя. Так уж и быть. Если она действительно тебя любит, а ко мне ничего не чувствует, я уеду в другой город. Нет, ты уедешь прямо сейчас. Нет, сначала поговорю с Кэсси. Тайлер. Какой ужасный день. Надеюсь, я смогу уснуть. Бойся, я тебе ничего не сделаю. Ага, так я тебе и поверила. Что ты делаешь? Я девушка твоего брата! И я что, тебе совсем не нравлюсь? Нет! Ладно. Зачем ты сорвал кулон? Я должен тебе кое-что сказать. Нет! Ты меня загипнотизируешь! Да послушай ты! Кэсси, я люблю тебя, но такой, как я, не достоин тебя. Но мой брат достоин. Тайлер, я... Кэсси, я уезжаю и больше не буду вам мешать. Я не хочу, чтобы ты беспокоилась обо мне. Поэтому ты забудешь все, что я тебе сейчас сказал. И когда я успела снять кулон? Что это за место? Да тут раньше жила одна ведьма. Ведьма? Кэсси, валим отсюда! Ева, не паникуй! Ведьмы тут давно нет! Тем более нам нужно найти артефакт!
А это не он? Он! И как оно работает? Да лучше мне, а то мало ли, сломаешь. Нужно срочно с этим разобраться и найти всех пропавших. Может, я помогу? Тайлер, ты же должен был уехать. К вашему счастью, не успел. А то накосячили бы тут с артефактом. Тайлер! А ты прям знаешь, что это такое? Да, я уже встречал подобное. И он открывает портал в потусторонний мир. Я это и без тебя знаю. Ты дурак, ты что делал? Крис, хватай мою руку! Крис, Ева! Нет! Held me back when I tried to move on from your life. So you stole my life with clarity. So hold me back, now you're here. Cause I'm mad, show no fear. Wanna let you know just how it felt. Какой сегодня ролик, хотя зачем угадывать, если вы уже его посмотрели. Надеюсь, внимательно посмотрели. Сегодняшний ролик про вампиров. Мы читали ваши комментарии и заметили, что вы очень ждали новую часть вампиров. И поэтому мы ее сняли. Надеюсь, вам очень понравилось. Напишите в комментариях свои мысли по поводу этого. Кстати, ребята, напишите в комментариях, помните ли вы, почему наши вампиры не боятся солнца. А если не помните, то посмотрите наш предыдущий ролик про вампиров. И все части тоже. Да, все части, конечно же, посмотрите. Там их очень много. Тот, чей комментарий правильного ответа наберет больше всего лайков, мы передадим привет в каком-то из следующих влогов. А сегодня мы снимаем челлендж. Очень интересный челлендж, в котором мы должны сказать три факта, два из которых правдивы, и один какой-то мы придумаем факт о себе. И получается, мы должны угадать. Мы должны угадать. Мы должны угадывать, да. Что из этого ложь? Да. Да? Вот, надеюсь, вы придумали уже, потому что я нет. Поэтому давайте. Аналогичная ситуация, я тебе скажу. Кто первый? Давайте я. Что ж, нам принесли такие вот чудесные деликатесы. Они для того. Допустим, Кристи рассказывает три факта о себе. Если мы не угадаем, то Кристи ест вкусняшку. А если мы угадаем, какой из этих трех фактов был. Ой, ты так неправдивый, то Кристи ест чеснок. И так со всеми нами, но я подпишу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, любите ли вы чеснок. Мы вам подарим, упакуем и привезем. Я вам отдам свою порцию, кстати. Да, я думаю, тоже, мы все. В общем, да, давайте, я пожалуйста, последняя, очень боюсь. Ну, давайте, давай, я в тебя верю. Я очень боюсь пауков. Второй факт. У меня аллергия на арахис. И третий факт. В детстве я занималась на барабанах. Ну, мне кажется, Я думаю, ты соврала барабан. Нам про барабаны. Да, мне барабан. Почему-то тоже так кажется. Но я тебя просто не представляю, стоящий и бьющий. Ну, маленькая, да. На этих больших барабанах. Мне кажется, это правда, что-то кажется. Ну, а вдруг у нее музыкальный слух? Все возможно. Так, у нее музыкальный слух, это понятно. Она лучше всех поет. Это ваш окончательный ответ. А какой второй факт? Второй, у меня аллергия на арахис. А, ну да. Я думаю... Значит, вы думаете, что неправда, что я занималась на барабанах? Я думаю, что да. А ты как думаешь? Я тоже так думаю. Все думают так? Да, думаю. Может, ты хоть что-то думаешь? Я считаю, что арахис это ложь. Отлично. Так, кто за арахис? Это ложь, да. Арахис это ложь, да. Да. А мы все остальные считаем, ну, да, что барабаны. Значит, большинство считает, что барабаны. Да. Значит, у нас барабаны. Да. И это неправильный ответ. Я занималась на барабанах, знаете, как маршировать. Жестко. А аллергия на арахис это неправда. А я вам говорил. Чисто кроме Гаи. А я вам говорил. Я просто
Конечно, я. Да, вкусняшку. Ура! Чуть там не помогла. А я хочу вот... Давайте тогда уже... Давай ты. Не, давайте тогда уже Гарри будет следующий. Я? Ну, давайте такое. Значит, первый факт. Я водил машину. Ага. Второй факт. То, что я сейчас занимаюсь в зале. Надеюсь, вы поверите мне. И третий факт. Надеюсь, вы поверите мне. Начнем так. Третий факт. Далеко в детстве я боялся плавать. Но сейчас уже умею. Какой из них ложь, какой из них правда? Я думаю, третий ложь. Ты слишком долго думал, что ты не умел делать. Да, я тоже третий. Давай за третий, да. Мы все за третий. Ешь чеснок, Гарри. Да? Ешь чеснок? Ребята, вы любите чеснок? Я вам говорю, отправить его. Эксклюзивный подарок. Я его вам подпишу. Он откусит и вам пришлет. Я вам не буду откусывать. Я вам там целый чеснок. Давай. Все. Выбирай себе самый красивый. Это самый маленький, мне нравится, но не нравится. Хочу этот, он самый чистенький. Давай. Гарри. Давайте договоримся. Гарри. Давай. Ладно. Ты сможешь. Жуй. Не хочу. Я не хочу. Кэсси, продолжить. Все будет хорошо. Давай. Итак. Первый факт, я прыгала с парашютом. Угу. Второй, мой любимый цвет это голубой. И третий, я обожаю цитрусы, грейпфруты. Угу. Я думаю, первое неправильно. Да, моя. Если вы подписаны на наш инстаграм, то вы знаете, какой здесь факт точно правдивый, потому что у нас Кэсси отвечала на вопросы. Я подписана на инстаграм. Мой цвет, как все любят. И вы подписывайтесь, чтобы точно знать. Так, парашют, да, и... Я думаю, неправда про парашют. Я за... Зная Кэсси, я знаю, что она может спрыгнуть с парашюта. Да, да, да. Но мне почему-то кажется, что она не любит есть именно грейпфруты. Да. Пожалуйста, говорите нет. Ребята... Барабанная дробь. Ты не прыгала с парашютом. Она не прыгала с парашютом. Да, я не прыгала. Это только план, мечта. Бери. Все, выручай. Что дальше? Я считаю, дальше нужна. Я тоже считаю. Шести, давайте. Хорошо, три факта про меня. Мы с вами станем чуть ближе. Вы будете знать про меня больше. Итак, первый факт. Я панически боюсь высоты. Второй факт. Мой рост 150. Ага. Чего? Сантиметров. Отлично. Нет. И третий факт. Мой любимый цвет фиолетовый. Я считаю, про фиолетовый это абсолютная ложь. А я думаю, что... Что первое было? Да. Панически боюсь высоты. Вот, я подумаю, это я тоже за высоту. Я видела, как Кристи лазила на крышу дома. Я за фиолетовый цвет. Что это нет? Я тоже. Это неправда. 2-2. Ну, получается... Идеальная демократия. Вот я вас решила запутать. Долго специально думала над своим любимым цветом. Но фиолетовый действительно мой любимый цвет. И неправда было то, что мой рост 150. Я гораздо выше, 156. Серьезно? Класс! Понимаю, держи конфетку, съешь, да? Съешь конфетку, да? Аня, ловко вас обманула, ребята! Да, это один я ем чеснок. Понятно, все понятненько. Это идеально, я считаю. Итак, мы приступаем к Корее. Итак, первый факт. Я люблю черный цвет. Второй факт. Я умею кататься на машине. Блин, я же повторяюсь. Не беда. Хорошо, не беда. И третий факт. Я люблю петь дома. Я уверена, что ты любишь петь дома. Да, это потому что ты любишь это делать не только дома. Расскажу вам немножечко про Ариэль. Она поет каждый день, просто всегда, во всех перерывах. Мы всегда можем найти Ариэль по ее прекрасному пению. Это оскорбление. Это комплимент. Нет, это комплимент. Я обожаю тебя. Да, я устраиваю концерты. Очень-очень классно.
для наших актеров. Так, я за... А что было первое? Черный цвет? Пусть будет черный цвет. А я за машину. Честно говоря, ты меня запутала, потому что мне кажется, что ты и любишь кататься на машине, и любишь черный цвет, и любишь петь. И мне кажется, что ты сама перепутала, и ты назвала просто все три факта о себе. Не назвала неправдивой. Но пусть... Ну, потому что ты носишь одежду черного цвета. Ты не можешь не любить кататься на машине. Ты же у нас драйвовая. Ну, хорошо, пусть будет на машине. Значит, три за машину. Да. Ну, ребята... Ты не любишь кататься на машине? Как чеснок вкусный, я тебе отвечаю. Нет, был факт про то, что Ариэль умеет водить машину, правильно? Ну да, ну примерно такой, типа, люблю кататься, умею. Ну это ты так люблю кататься на пассажирском. На пассажирском, да, я сказала, вот, ребята, вы не правы, я люблю кататься на машине. Получается, ты не любишь черный цвет? Не люблю. Вопрос. А какой ты любишь? Красный? Я люблю такой, знаете, пастельно-розовый. Я не знаю, почему в последнее время прям меня манит этот цвет. Вот поэтому, да. Съешь конфетку! Ой! Просто Ариэль не захотела есть чеснок, да? Ну, вообще-то да. Я ж вампир, куда мне чеснок? Я ж... Я вошла в роль очень хорошо, сильно. Друзья мои, у меня к вам большая просьба. Давайте так, чтобы была справедливость, у нас дружба победила. Дайте я одну конфетку съем. Ну, давай! Съесть, ты можешь их забирать. Главное, чтобы мы не ели чеснок. В общем, ребята, спасибо, что вы были с нами в этот чудесный вечер. Надеюсь, не знаю, там вечер, утро, день. Мы чудесные времени суток. Я надеюсь, вам было интересно, потому что нам было интересно. Нам понравилось, мне понравилось. Какие-то вкусные, кстати. Чеснок тоже вкусный. Все вкусно. И, в общем, мы с вами прощаемся. Нет, куда? Да. Что ты забыли? Да. А что мы забыли? Блуперсы. Да. Блуперсы. Всем приятных. Раз, два, три.